короче, приехали в такой вот ресторан. Нас накормили. Стоит пообедать. Комплексный обед. $10. Туда включается, ну, дофига чего. То есть на улице жара, а это выдолбили в скале. Ну, вырезали и потом облагородили. В общем, комплексный обед. Пошло сначала, дали большую тарелку чечевичного супа. Потом забрали. Потом дали тоже фасоль какая-то с мясом. Мясо говядина, какая-то подсушеная. И, в общем, вот это мясо. Потом принесли в большом кувшине горшки. Запекали говядину, баклажаны, картофель, ну еще может быть что-то. Его при нас вскрывают и также порционно накладывают в тарелки. Potato, eggplant, tomato, green pepper, a little bit of garlic and onion, all together, together they mix of the put in there inside, tomato sauce, butter, spice and salt. Seal and ceramic door, close it in oven, 3 hours, bake in the oven, later we try the service, thank you very much. Hoş geldiniz. Че на тебя горшок, на. Потом после этого пахлава. Пахлава, 2 кусочка. Или дыня. То есть вот так вот приходишь. Так вас ждут уже готовые накрытые столы. Ну и люди садятся и кушают. Вот тут уже покушали, сейчас убирают. То есть удобно, сразу там по кругу вот так вот идет. Множество вот таких вот отсеков. Ну вот у них и кушали. А вот здесь сидел вегетляр, на гуске играл. Это как все это получается. Такой антураж. Фрески такие получаются по стенам. Здесь такая мозаика. Ну, вот здесь сама кухня.
как мы можем увидеть. Вот в тот раз мне показали, как какие-то утки целуются там. Да, да. Все, вот мне там показали страны. А еще тут показали. Ну, хорошо. Директор, конечно. Это ягода, не ягода. Я не помню, что это. Насыпано. Короче, тут можно ходить и ходить. Капец, как жарко. Хотя ветерок есть. Ну, все вот в таком одинаковом стиле. Вон там кусок этого вообще отвалился. Каппадокия. Давай, Сира.
это первая наша остановка в Каппадокии район. Вот такую панораму мы видим. Вокруг вот эти вулканические пики, столбы, камни. Вот такая вот местность, которая вся, скажем так, ну, окружена вот этими именно пиками вулканическими. Говорят, когда-то вот такой, такой вид был на очень большой территории. Но в результате эрозии там еще всего осталось не так много таких мест. Но они остались. Приезжают сюда туристы, смотрят, нравятся. То есть каждый по мере своей фантазии видит во всевозможных этих фигурах, ну, в этих камнях всевозможные фигуры. То есть если внимательно посмотреть, включить фантазию, то действительно можно много всяких образов себе напридумывать, что видно. В общем, как-то так все это и происходит. На улице, ну, жарко, ничего не скажешь, но терпимо. Небольшой ветерок гуляет, но без кепочки здесь, скажем так, тяжеловато будет. Это наша первая остановка, она недолгая. Дали нам минут 25 здесь походить, хотя мы едем на небольшом экскурсионном автобусе и можем себе позволить плюс-минус там какое-то время где-то задержаться. В общем, будем просто смотреть сейчас видами, любоваться. Ну, еще раз повторю, это на любителя. То есть, ну да, симпатично, но так, чтобы сидеть, как-то восхищаться и еще что-то, что долго можно этим заниматься. В общем, так, сейчас спустимся к автобусам. Здесь такая площадка автобусная, где высаживают всех туристов, и люди сами произвольно гуляют. Ну, Пашабан. Короче, генеральские сады. Не знаю. Садов не так много, но хоть. Что, по тропинке пойдем? Как-нибудь? Да. Ого! Видите, куда? В гнезда. Ласточка. Не, ну туда ведет тебя, это значит тропа. А ночью здесь, наверное, с подсветкой тоже красиво. Не, ну вот фонари, прожектора стоят. Значит, это есть. Ну там лошадка есть, нужно на лошадке сесть и, наверное. Конечно. А можно и на верблюде. Верблюдки большие и маленькие. Важные. Корабль в пустыне. Он его хочет покормить. Так он набился.
Рита, Арина. Рита, Арина. О, говорил. Вот сидит. Сюда даже свадьбы местные приезжают. Вон невеста, жених. Какие? Ругается. Ох ты. Веревками не мешает развалиться, да? На груди тоже. У верблюжонка на груди тоже такая мозоль лежать. Пошли, а то время таки не будет. Ну, а мы сходим, посмотрим. Да, еще чуть-чуть и кирдык туристам. О, здесь тенечек, замечательно. Так, попробуем пройти самые-самые пещеры, вот в такие места. Тут можно ходить где угодно. Например, вот такие места для посиделок. Можно посидеть, отдохнуть. Но я хочу куда-нибудь туда пробраться. Наташка ушла куда-то туда. Ё-моё. Нет. Наташка, я говорю, Наташка ушла куда-то туда. Думаю, нет, туда она не пройдет. Туда она не пройдет. Я понял, что ты туда не попадешь. Идем в другое место, в пещеру. Ну да. В общем, как-то так все это выглядит. А, вот. С кошками, которые попробуют на него подняться. Чек, это кошка.
Второй этаж. Комната. Да, ну как снял? Я потоком снимаю. Окей. Пошли дальше. Туда. Люди тут все и курочек держат, и все дела. Ну, наверное, кто-то обслуживает. Вон в тех домиках явно он использует в коммерческих целях. Что? Смешной. Гриб? Тут много чего смешного. Ну там, я думаю, нет, интересно. Или только залезть наверх. А что я не успею? Я пойду залезу, а вы автобус тормозите. Что? Да. Сказали, надо идти быстрее, не прогулочным шагом, чтобы успеть сверху еще заснять эту панораму. С этой стороны другие горы. Не знаю, как на камеру. Видно будет, не видно. Она же не особо увеличивает. Но посмотрим. Что будет, то будет.